Добрый вечер, друзья. Настало время подвести итоги нашего очередного конкурса репостов. Если тебе скучно и ты не знаешь, куда пойти в свободное время, то именно для тебя мы и проводили этот конкурс. А именно целый час игры в бильярд в клубе «Барин». Итак, сегодня мы разыграем целых 2 сертификата на час игры каждый. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе репостов, нужно было вступить в официальную группу Первого городского телеканала ВКонтакте, также вступить в группу бильярдного клуба «Барин», сделать репост записи, поставить знак «плюс» под этим постом и открыть личное сообщение, чтобы в случае победы мы смогли с вами оперативно связаться. Итак, прямо сейчас узнаем, кто же станет первым победителем и получит вот такой сертификат на 60 минут игры в бильярд. Итак, я раскручиваю барабан. Итак, вот здесь имя первого победителя. И этот человек сможет провести целый час, играя в бильярд в клубе «Барин». Первый победитель – это Екатерина Шишкина. Я вас поздравляю, теперь вы точно знаете, чем сможете заняться, например, в эти выходные. Итак, прямо сейчас узнаем, кто же стал вторым победителем и получит вот такой сертификат. Я напоминаю, в клуб, бильярдный клуб «Барин». Я снова раскручиваю барабан. Итак, вторым победителем, кто получает от нас сертификат на целый час игры в бильярд, становится Константин Кулагин. Я вас поздравляю, вы получаете сертификат от бильярдного клуба «Барин» и также сможете целых 60 минут сражаться со своими друзьями в американский или в русский бильярд, там уже решайте сами. Ну что ж, я поздравляю наших обоих победителей, теперь вы сможете прекрасно провести время со своими друзьями, а сразу после розыгрыша смотрите художественный фильм «Крысиные бега». Всего доброго!